В эфире программа «Вопрос эксперту». В студии для вас Дмитрий Романов. Дмитрий Романов, исполнительный директор регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики Татарстан. У нас в подвале установлены общедомовые счетчики. Управляющая компания сама снимает с них показания, выставляет нам счет, но мы, собственники, хотели бы присутствовать при осмотре этих приборов учета и мест, где они установлены. Куда нам обращаться и могут ли нам в этом отказать? Собственники помещения в доме вправе присутствовать при осмотрах общего имущества в многоквартирном доме. Общедомовой прибор учета, а также помещение, в котором он установлен, относится к общему имуществу собственников помещений в доме. Это следует из части 1 статьи 36 Жилищного кодекса, пункта 2 правил содержания общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных постановлением правительства от 13 августа 2006 года, номер 491. Управляющая организация вправе отказать собственнику в осмотре помещения, в котором расположен общедомовой прибор учета, если нахождение в данном помещении считается небезопасным и для нахождения в нем требуется специальный допуск. Например, в помещении электросчетовой допускает только персонал соответствующей аттестации. Правило по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденное Минтруда от 24 июля 2013 года, номер 328Н. Согласно подпункта Р, пункта 31 постановления правительства Российской Федерации номер 354, управляющая организация обязана предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных приборов учета, о суммарном объеме соответствующим коммунальных ресурсов, потребленных в живых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды. И эти сведения собственник помещения в любой момент может письменно запросить у управляющей организации для проверки правильности начисления платы.